Всем привет! Сегодня я вам покажу еще один лайфхак с медицинскими масками. Как можно сделать маску за 10 секунд без ниток и иголок. Итак, нам понадобится кусок ткани из хлопка, лен или что-то натуральное. Это может быть шарф, платок, полотенце, все, что есть под рукой. У меня на столе ткани размером 50 на 45 и обычные две резиночки для денег. Итак, складываем к середине пополам, переворачиваем, надеваем резиночки, и вставляем концы один в другой. Расправляем маску. Вуаля! Готово! А сейчас я покажу, как ее надевать. Итак, наша маска готова. Теперь мы ее надеваем. Внутреннюю часть маски мы опускаем вниз, а верхнюю подтягиваем кверху. И расправляем. Дополнительно, чтобы маска лучше прилегала к носу, можно вовнутрь вставить проволочку мягкую. Только не забудьте, пожалуйста, загнуть кончики, чтобы проволока не прорезала ткань и не покалечила вам лицо. Также можно ставить дополнительный фильтр в виде туалетной бумаги, который надо менять каждые 2 часа. А для ароматизации маски можно использовать сухую траву, например, ментоловую мяту. Носите и не болейте.